Буду делать мороженое из половины дыни. То есть мне понадобится тут... Ах, если бы экран передавал аромат. Сахар. А, мороженое буду делать из одной половинки. Сейчас, значит, удаляю семена и аккуратненько буду вычищать мякоть, потому что сама лодочка от дыни мне нужна будет. 300 граммов мякоти дыни превратил в пюре блендером. И 300 миллилитров жирных сливок взбил вот до такого состояния. Теперь мы это все соединяем. И заливаем наше мороженое в лодочку из дыни. Так. И в морозилку. Прям вот в таком виде. Ну все, дынное мороженое готово. Буду подавать его вот так. Присыплю еще шоколадом, орешками. Еще можно его вот так вот нарезать. Порезать. Так вот, такими дольками вот подавать.